Здорово всем, ребят, с вами Рязан, и я продолжаю играть в замечательную игру под названием Dread Out. Почему продолжаю? Потому что я уже прошел давным-давно уже первую часть игры, первый акт. Как вы помните, там был... What the fuck? Что за... это кто... Был его, мать вашу. Что это за хуйня была вообще? Я чуть не обосрался. Так. Короче, вы помните, что я вышел из этого здания, из этой школы вонючей? Ну, точнее, не вышел. Или вышел. Короче, там был... Кто здесь, блядь? Там, короче, был очень неоднозначный финал. Так, и все думали, что все. Хана нашей девчушке миленькой. Ну нет, она еще живая. Еще брыкается. И я вышел во двор школы. Кто-то говорил, что на улице типа безопаснее. Это был я. Так вот, походу ни хрена не безопаснее, потому что здесь вообще очково. Ой-ой-ой. Чё это за... А-а-а! Мелкие уроды нападают! Они меня сейчас убьют! Помогите! Ой-ой-ой! А ну кыш! Ай! Отвалите от меня! Что это за хомяки какие-то? На, получай! Я тебя зафоткаю до смерти! Ой, блин, их слишком много. Да что ж делать-то, а? Блин, они меня убьют. Прикиньте. Ай, 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 хватит жрать меня. Боже, вот это... Я, честно, не ожидал такого начала. Блин, эти уроды не дают мне пройти. А ну, отцепитесь от меня. Ай, ай-яй-яй. Он забрал фотоаппарат. Мобилку, айфон. 4S. Нет, он уносит его. Они еще... Они вообще все украли. Вы офигели. Офигеть, меня ограбили мелкие хомяки. Это жопа на самом деле. Что за наркомания? Просто ограбили бедную девчушку. Кстати, очень симпотная. Посмотрите, какая она милая няшечка. Няшечка, да и попка ничего такая. Так, сюда нельзя, конечно же. Ладно, у нас нет фотоаппарата. Мы в дерьме. Что еще можно сказать? А, вот это начало. Ой-ой-ой. Что-то не хочется к нему подходить. Но, походу, придется. Получится обойти. Эх, нельзя там обойти. Ладно. Эй, что с тобой? Я надеюсь, ты не зомби? А. Походу, ты это, белины объелся. Ой, блядь! Нет! Нет, не жри меня! Бежим, 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 бежим. Все стали зомби. И хомяками мелкими. Линда, бежи. Или как ее там зовут? Ай, помогите. Помогите. Эх, зачем я его трогал? Да пошел ты в жопу. Нас убил криворукий урод. Ход в тот переиграл. Так, ну, благо здесь есть возможность воскреситься и посмотреть на прекрасные ножки главной героини. О, идем на свет. На-на-на-на-на-на-на. Блин, прикольная игра. Ну, первый акт мне понравился. Хотя там, блин, были свои запары, если честно, очень большие.
Так. А... Просыпайся! Просыпайся, Линдочка, бежи! Тын, 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 тын. Бежим, бежим, бежим! Ой, Линда! Мне хана! А куда бежать-то? Отвали от меня, урод! Сука! Долбанный задрот! Поэтому у тебя и девушки нет, потому что ты кидаешься на всех баб! Урод! Немощный! Ай, куда бежать-то? Бляха-муха! Ой, неужели я оторвался от него? Это тот самый задр, который в начале, в первом акте был. Даже наши друзья стали полными психами. Ой, у меня есть зонтик. Ой, мы теперь еще и зонтиком будем драться, нифига себе. Слушайте, а геймплей-то изменили, стало интереснее. Они просто как бы по школе бегали и фоткали призраков. Теперь надо убегать от зомби. Сражаться с... Так, сражаться с... хомяками. А теперь еще и какие-то кукушки. Надеюсь, это не кукушки-убийцы. А, открытое достижение олимпиан медалист. Да. Чемпион по бегу, уж точно. Ой-ой-ой. Так, you found Jen Glot. Он обладает мистической энергией. Так, ну конечно, это специально так голос сделаю. А можно аптечку взять? Что это такое вообще? Так, может это что-то значит? Круг внутри, единичка и три точки. Змея, человек и птица, что ли? Что-то типа того. А это что? Ну-ка, давай возьми это. Не хочешь? Я бы аптечку бы взял, но нельзя. Он, она, точнее, не хочет. Это, кстати, первый хоррор, где я играл за бабу. Там еще был Daylight, помните? Я проходил. Но Daylight я проходил уже после Дредауда. Ой, тут у нас кинцо, походу, снимали. Ой! Чё-то, чё, господи. Ёб твою мать. Так... Здрасте, мистер Скелет. Кинцо будем снимать, да? Порнушечку? На, получай! Ой, это ж... Цыпленок! Цыпленок, ты где? Цыпа-цыпа. Я люблю цыплят, они няшные такие, мелкие, желтые, классные. Так, ладно. Идем дальше. Тут, походу, снимали... Какое-то кинцо. Типичный сериал про школьников, про их большие проблемы. Ой, урод, на, получи. Зонтик сломался. Хрена себе, он злой. Ой-ой-ой, слушайте, а нам повезло, что мы провалились. А зомби, походу, умный. Обходит даже. Вот это жесть, слушайте, очень классно сделали. Напоминаю, что это инди-проект. А какой-то там... Тихо-тихо-тихо. Фига себе он. Дерзкий зомбарь. Это какой-то малазийский проект, или же, ну, короче, от любителей мальчиков, которые девочки. Ой-ой-ой, он тихо. Бляха, он провалился. Спокойно. Он вроде нас не видел. Ну, он тупой. Вот урод. Ай, снова эти мелкие! А ну отдай мою мобилу! И этот еще вылазит. Господи, дай мне сил эту игру пройти. Так, мы можем здесь ходить вообще? Ай! Ай! Отцепись! Урод! Ай, фу, не лапай эту няшку, она моя. Понятно тебе?
Ух ты, кстати, я заметил, что у него есть два больших плюса. Что здесь за дома такие, какие-то картонные? Господи! Он вообще бешеный! Девка, беги! Никогда так... Вот это жесть! Бежи, бежи, бежи! Такая жесть, слушайте! Его просто настолько... корячит! Так, 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 бежим, бежим! Ой, это... Где мы вообще оказались? Какие-то трущобы! Ай, он бежит за мной! Быстрей, быстрей! Нет! Давай, 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 давай! Мразь! О, господи! Слушай ты, мразь, отпусти эту девку! Ебучая ведьма! И что? Вот ведь мразь. Он был не зомби, в него просто вселилась эта хрень. Играется с нами. Ой, она ему сейчас башку сломает, походу, да? Ой, твою мать. Ну, хоть он и был задротом, но все равно, блин. Какие же эти демоны-твари. Как я их ненавижу. Так, давай вставай. Ты сильная девчушечка наша. Кстати, сейчас я ей управляю, но она идет очень медленно. Жесть, такая жесть. Слушайте, разработчики, походу, вообще постарались, такие ракурсы прям. Такая трагедия. Чувствуешь себя беззащитной девочкой. Которой просто уже нет сил. Ой-ой-ой. Ой, урод. Еще одна тварь, походу. А может быть наоборот, мертвые нам помогут, ведь есть и хорошие духи. Это старый фотоаппарат, вообще, посмотрите, замызганный весь. А там и эти фоткаются. Так, you found SLR, отлично. Открытое достижение Teenage Photograph. Пошли отсюда. И отдайте мою мобилу. Эй, ты кто такой? А ну кыш. Пошел нафиг. Отвали от меня, урод. Хомяк. Черт. Отстань, урод! Урод! Походу, да, мы отъехали. Там надо фоткать. Я не знаю, я буду просто по КД фоткать.
Ой, ну или там действует на него, когда вот эти вот помехи появляются в фотоаппарате, в этот момент надо фоткать. Я это и делал. Но походу я какой-то момент заслоупочил или что-то еще. Как вы поняли, очень скриптованный хоррор, но от этого прохождение в первый раз становится очень интересным. Ох, ну что ж, дубль 2. Может, надо как-то сумочку быстренько забрать? Постараться. Пошли-ка отсюда, уроды. Ладно. Раз. Два. Три. Четыре раза сфоткали. Да отвали ты! Уже пять. Не-не-не, урод, отвали! Все. Да, просто вот... Одного раза не хватило. Гостопедия обновлена. Да-да-да, есть такая в этой игре. Типа энциклопедия зомби. Линда Бэк. Да, нашу героиню зовут Линда. Я помню даже. Офигенчик. Так, что это? Кольцо какое-то. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть. Предметы. Так, так, так. Ключи какие-то. Всякие, знаете, медали. Что за ключ? От какого-то класса. Ножницы. Это у нас остались. Вы помните, когда мы сражались там с парикмахершей долбаной. Так. Обладает мистической энергией. Тут у нас что интересного есть? Какой урод красивый. Так, так. Вот они, самые опасные. Это безобидные, по-моему. Вот это мразь. Ёпта, откуда вообще? Фига себе в этой игре тварей. Так, ну это все наши старые, старые знакомые. Фоточки, кстати. Прекрасные, няшные. Ну и продолжаем мы играть в Dread Out Act 2. Все, у меня есть фотик. Ну-ка, можно фотик выбрать? Сейчас. Угу. Прикольно. А можно вот так? Не знаю, что лучше. Разберемся. Ой, смотрите, мы походу здесь проходили и завалило. Ладно. Что, где мы оказались? Ночью в каком-то каньоне. Давайте, всем пока, удачки. Спасибо, что смотрели этот офигительный выпуск. С вами был Рязан, ну и эта прекрасная няшечка по имени Линда. Всем пока, удачи, увидимся совсем-совсем скоро. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ой-ой-ой, я куда слышу? Опасность впереди подстерегает нас.